С улыбкой рассказал о том, как совершил смертельный наезд. В Энгельсе задержан подозреваемый в ДТП, в результате которого погиб пешеход. На видео молодой человек все время улыбается, будто не осознавая, что его беспечное вождение стоило жизни человеку. Трагедия произошла поздно вечером 7 августа. Мужчины и женщины переходили улицу Гагарина. В этот момент в них врезался автомобиль ВАЗ-2114. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавших госпитализировали, но мужчина не выжил, скончался уже в больнице. Виновник аварии и его машину объявили в розыск. Спустя несколько дней подозреваемого задержали. За это время он уже успел починить автомобиль и, судя по всему, добровольно сдаваться полиции не собирался. Однако в совершении преступления все же признался. Молодого человека заключили под стражу. Несмотря на то, что совершенное преступление относится к категории средней тяжести и, как правило, на стадии предварительного следствия в отношении данных лиц избираются меры пресечения, не связанные с лишением свободы, однако, ввиду того, что водитель скрылся с места совершения преступления и тем самым оставив потерпевшего в опасном для жизни и здоровья состоянии, органами предварительного следствия водитель был задержан в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. По соцсетям, несмотря на то, что тебя еще не догадывался даже, сам раскаиваешься? Да. Ну, что с улыбкой так? Я что, первый раз такое раскаяние вижу, честно тебе скажу. Похожее ДТП случилось в конце июля в Саратове. На проспекте энтузиастов мотоциклист сбил двух женщин и скрылся с места происшествия. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторая в больнице. Правоохранители просят возможных очевидцев ДТП откликнуться, чтобы найти преступника. Можно сообщить информацию в ближайшее отделение полиции.